В Черкассах во время движения взорвался автомобиль. Случилось это на одной из самых оживленных улиц города. Пострадал 69-летний владелец авто, который был за рулем. Его без сознания госпитализировали в больницу скорой помощи. Не приходя в сознание от большой потери крови, он скончался. Место происшествия под охраной. Там работают взрывотехники, кинологи и спасатели. Как стало известно местным СМИ, погибший известный бизнесмен, директор торгового центра. По предварительной информации, в салон автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство.